Сегодня наша передача посвящена поэту. Поэту с большой буквы, чьи стихи, баллады и песни живут до сих пор. Как металл кузнецу, как солдату ружье, мне доверена песня, оружие мое. Писал Лев Иванович Ашанин, столетие которого мы отмечаем в этом году. А мне особенно приятно, что сегодня, спустя полвека, эти песни поет новое молодое поколение. А значит, песни на стихи Ашанина никогда не выходили и не выйдут из моды. И я приглашаю на сцену молодую, но уже полюбившуюся зрителю, в том числе благодаря программе «Романтика романса» певицу Марину Девятову. Все тот же двор, все тот же смех, и лишь тебя не хватает чуть-чуть. Я иду без тебя переулком знакомым. Я спешу не с тобой, а с Наташкой в кино, а тебе шлют привет. Окна тихого дома. Еще старики, что все так же стучат в домино, а за окном то дождь, что снег, и спать пора, и никак не уснуть. Все тот же двор, все тот же снег, и лишь тебя не хватает чуть-чуть. Во дворе до темна крутит ту же пластинку. Ты сказал, что придешь, хоть на вечер вернешься сюда. Вечер мне ни к чему. Вечер мал, как песчинка. Я тебя подожду, только ты приходи навсегда. А за окном то дождь, то снег, и спать пора. Как не уснуть, все тот же двор, все тот же смех, и лишь тебя не хватает чуть-чуть, а за окном все тот, что снег, и спать пора. Никак не уснуть, все тот же двор, все тот же смех, и лишь тебя не хватает чуть-чуть.